С 20 марта в столице изменится работа наземного транспорта. Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и подробнее об этом расскажу прямо сейчас. Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, короткий автобусный маршрут запустят в районе Тропарева-Никулина. Автобусы номер 785К поедут от остановки Тропарева до улицы Доктора Гааза. Между Новорязанской улицей и фабрикой «Большевичка» изменится движение автобусов и троллейбусов. Вместо остановки фабрика «Большевичка» Комсомольская площадь автобусы Т-88 и троллейбусы номер 22 поедут только до остановки Новорязанская улица. Кроме того, при движении к станции метро «Сокольники» после остановки Новорязанская улица автобусы номер 40 вместо Каланчевской улицы проследуют по Рязанскому проезду. Также отмечается, что с Каланчевской улицы на Рязанский проезд временно переносится остановка «Фабрика Большевичка» Комсомольская площадь. Уточняется, что изменения вводят на время строительных работ в Южном проезде. На этом у меня пока все. Больше на сайте mymsk.online. До скорого!